Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах. И сегодня у нас обзор на морковь сортов Самсон, Нанская и Девочка-припевочка. Морковь была посеяна 15 мая. Сажал в трех вариантах. Обычные семена, семена на ленте и семена в оболочке. С первой попытки не вышло ничего. Пересеивал морковку 1 июня. Результат аналогичный первому. Последняя попытка состоялась 21 июня. Просто тупо досадил то, что оставалось в открытых пакетах, так как уже не верилось в успех этого безнадежного дела. Это был сорт Самсон в виде обычных семян. И он оказался успешным. Вышла примерно половина из посаженного, но учитывая полный провал первых двух попыток, это был успех. Почему так плохо всходили семена, это большая загадка. В дальнейшем все росло как обычно. Прополки, поливы, прореживание. Уборку урожая провел в начале октября. Урожай средний, а из-за малого объема посаженного общее количество собранной моркови очень мало. Сорта Самсон и Нанская – это проверенные сорта. К ним нареканий нет. Возможно, просто попались некачественные семена. Девочку-припевочку сажал первый раз. Результат нулевой. Подводя итог, могу сказать, что сезон 2020 в плане моркови получился самый неурожайный за все время моей садово-огороднической деятельности. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Увидимся теперь не только на YouTube, но и на Яндекс.Эфире. Всем пока и удачи!